Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, прибывший с рабочим визитом в Нур-Султан, провели двусторонние переговоры, передает местная СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной, энергетической, военно-технической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, таких как Содружество независимых государств, Евразийский экономический союз, Организация договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мухтар Тлеуберди отметил, что российский вектор остается важнейшим приоритетом внешней политики Казахстана и в двухсторонних отношениях отсутствуют неразрешенные вопросы. В Казахстане высоко ценят союзнические отношения между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки, в том числе обеспечение региональной стабильности и безопасности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Также рассмотрены вопросы подготовки к мероприятиям на высшем и высоком уровне, в том числе предстоящий 17-й форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Кокшетау с участием глав двух государств. В рамках программы визита ожидается, что министр иностранных дел Российской Федерации будет принят президентом Республики Казахстан Касым Жомартом Токаевым. Также Нурлан Сауранбаев стал председателем правления АО НК КТЖ, сменив на этом посту Сауата Мынбаева. Нового руководителя представил коллективу председатель правления Самрук Казына Алмасадан Саткалиев. Об этом сообщили в пресс-службе ФНБ Самрук Казына. Ранее Нурлан Сауранбаев занимал пост заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Казахстана. Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1962 года, окончил в 1991 году Казахский государственный университет имени Кирова по специальности экономист. В 2002 году окончил Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ Аджип Милан, Италия, по специальности магистр нефтяного администрирования. В 2016 году окончил Национальный университет обороны имени первого президента Казахстана по специальности военное и государственное управление. В разные годы работал заместителем министра обороны, вице-министром индустрии и новых технологий Акимом Шимкента. В 2010 году Сауранбаев занимал должность управляющего директора в ФНБ Самрук Казына. КТЖ – национальный транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети, перевозчик грузов и пассажиров. Компания оказывает услуги транспортировки логистических центров морской портовой инфраструктуры. Единственным акционером КТЖ является фонд национального благосостояния Самрук Казына.